Доброго денечка, товарищи, с вами Бэброс, танцующий титан, и сегодня я решил попробовать и посмотреть, что это за зверь такой, игра PlanetSide 2. Такое, в общем, совпадение получилось, что на фоне этого скандала с The Taken King с ценами в $60, на фоне скандала с Red Bull'ами почти в то же время, то есть вышла на PlayStation вот эта вот игра 23 июня, хотя на PC она уже давно. Что это за игра? Эта игра очень похожа на смесь Battlefield'а и Halo или Destiny, как хотите назвать, то есть онлайн, планеты, фракции. Но еще есть и разные классы тоже, то есть там медик, там инженер и прочее. И при этом на поле боя сражения может сражаться до 2000 игроков. Но это все, конечно, в описании, поэтому сейчас попробую и посмотрю. Потому что, знаете, платить $60 за немножечко контента — это уже перебор. Тут вот бесплатно, она вот эта вот игра раздается бесплатно в Sony PlayStation, PlayStation Store. Вот вам куча контента, другие планеты, разные фракции, разное оружие. Но вдруг это какашка полная, посмотрим. То есть, вот так вот получится. То есть, вот такие вот пироги. Ну, давайте, хватит сопли жевать, может вообще серверы не работают. Ага, проще прочитать. Никто это говно не читает. А как медленно, видите, нельзя нормально опустить быстро. Ну, так, чтоб прочитать, мол. Ну, вот такие вот пироги. В общем, посмотрим, как будет. Но, знаете, бесплатная игра с таким... Звучит круто. 2000 человек, блин, еще и разные классы. Звучит очень круто, но что-то попахивает нафталинчиком. Что-то, мне кажется, не будет так, как они описывают. Но давайте это, конечно, проверим. Но если сработает, я, знаете, я буду все-таки, наверное, вот поиграть в PlanetSide 2. Конечно, Destiny я не забью, но, блин, ну, посмотрим. Потому что, блин, звучит круто. 2000, реально такое поле боя. Посмотрим, что за классы, как и так далее. Ага, вот уже прикольно. Уже нас говорят, мол, давайте выбирай фракцию. Блин. Три фракции. Интересно, ничего, все три фракции на одном поле боя? То есть не две, как обычно? Это было бы круто. Я всегда хотел, чтобы это сделали в Destiny, чтобы The Dorbis сражался с двумя другими фракциями. Так, ну этот выглядит, не знаю, как чисто из стратежек. Это какие-то темные силы. Я вот этого, наверное, хипстера возьму. Слишком яркий. Да, пойдем за хипстера, в общем, это... В принципе, мне он, по-моему, нравится. Простите, тут комп запустился. На фоне отключается, запускается. Ну так вот, и погнали, в общем. Ну, блин, трудный выбор. Я люблю, в принципе, тьму. Я темный человек. Ну, блин, вот этот чел в очках на какую-то стрекозу похож. Не очень круто. О, крутить можно. Еще и 60 FPS, походу. Блин, охренеть. Так. Пойду за хипстера все-таки. Так, ага, разные серверы. Популяция очень высокая. И тут, видите, можете смотреть справа процентаж. То есть, популяцию этих... Но здесь более-менее сбалансирован. Здесь 33, 33, 34. Здесь уже перебор. А здесь еще эти серверы отключены. Ну, пойдем на сервис. Неужели еще может быть и чара настраивать? Офигеть. Блин, ну 60 FPS вообще непривычно после Destiny. Так, так, ну, мужика, конечно. Обама. Мы пойдем забирать Крым. Так, нет, за черного я не буду, я не расист, но... Конечно, выбор рож маленький. Это вообще какой-то опухший, как с бодуна, блин. Я так 1 января выгляжу. Блин. Я всегда, проблема у меня была создавать чаров, потому что меня это занимало дофигища времени. Я как женщина в магазине одежды 3 часа выбираю. Ну, это нормально, блин. Ну, какой-то желтый. Пойду за простого этого мужика со скулами. Так, ух ты, еще имя, для каждого чара имя. Блин, пока прикольно, для бесплатной игры вообще круто. Конечно, там донат есть, но там донат такой, как в этом, как в League of Legends. То есть можно только виды себе покупать там и прочее, то есть на игру вообще не влияет. Ну все. Так, в общем, я мужик. Игра за хипстеров. И уровни тоже. Так, начинаем игру. Ага. Блин, тут очереди, но очереди, конечно, это как, блин, в это...
В 80-х, в 90-х точнее, блин, когда только выходили первые RPG-шки, где там сидели толпами в очереди. Ну какие очереди, если на сервере до 2000 человек, там что, так много людей что ли играет? Непонятно. Ну давайте спокойненько глянем, потому что пока мне очень нравится. Я думал, бесплатная игра, должен быть шлак полный. Но Planet Side это, в принципе, знаменитая франшиза. И тот факт, что это в Planet Side 2, говоришь, это неплохая франшиза. Потому что говно бы вторую часть не делали. Ну, давайте глянем, потому что языком молоть это одно дело. Как это будет по-настоящему? Блин, очередь. Ну, очередь, в принципе, небольшая. Минуту всего жду. Ага, вот еще, по-моему, фишка, что ты можешь себе купить этот VIP, такой донатик, и ты без очереди заходишь. Ну, в принципе, я минуту могу подождать, что-то в туалет сходить, попить. Не так, в принципе, и долго. Это не полтора часа на серверы Lineage. Были это золотые времена. Так, ну что пока мы знаем об этой игре? Знаем, что три фракции сражаются на огромной планете, до 2000 человек на сервере одновременно. То есть это не такой не коопчик, как в Destiny. Ну, в Destiny, в принципе, по графе мощнее, это сразу же могу сказать. Я не знаю, что мы тут увидим, но графику мы, конечно, заоблачную не увидим. И все-таки в Destiny будет гораздо мощнее. Все-таки полмиллиарда вбухали, да, и там не такая нагрузка на сервер идет, как тут. Знаете, запустить матч со скольки там, с 12 людьми, это полегче, чем с 2000. Поэтому, думаю, здесь будет графика так себе. Но если геймплей бодрый, если тянет 60 FPS в бою без лагов, ребята, я буду очень рад, я поиграю в эту игру и, может, даже начну заливать на канал, потому что надо какое-то разнообразие. Что в Destiny? В Destiny, да, куча оружия, но их надо прокачивать и прочее. Я это делаю, но это очень медленно, и это занимает дофигища времени. А так-то, в принципе, по контенту там показывать там много особого-то и нечего. Да, Taken King осталось еще 2 месяца, но, знаете, еще и $60. Нет, товарищи, ведь я студент, у меня вон Ролтон и Planet Side. Ну, посмотрим, что за игра. Потому что если веселая, почему бы и не поиграть? Я вообще демократический игрок. Я люблю разные игры. Ну, давайте, 18 человек в очереди. Пипец, блин, как при Брежневе. Это, конечно, минус. Могли бы, конечно, больше серверов открыть. Ну, в принципе, пока игра раскручивается, потому что даже не реклама, ничего, я об этой игре узнал вообще случайно. Я о ней слышал давно, что там пару лет назад, что ее разрабатывают, потому что она и на ПЦ вышла, в принципе, года 2 назад вроде. Но как-то на PlayStation вообще тихо запустили. Хотя, если бы прорекламировали, я уверен, что пошла бы просто на ура. Потому что сейчас хороших, добротных шутеров не так много-то и осталось онлайновских. Так, окей, Калтыр. Калтыр звучит как сибирская деревня. Добро пожаловать в Калтыр. Это арена на Аурексис, это планета, если планета 2. Наверное, какой-то еще туториал я пройду, потому что я ж ни хрена не стрелять, ничего не умею, только запустил. Загружается, конечно, тоже как Ведьмак. Не, Ведьмак там вообще жесть, там сдохнешь и ждешь 5 минут, пока он воскресится. Но загружается долго, конечно. Да бросили бы меня просто в мясо, я хочу побегать с 2000 людьми, там просто пострелять и прочее. Я уже так глянул, какие классы там есть, по-любому за снайпера пойду. Или за медика. Я люблю, в принципе, играть за суппортов, потому что никто за них не хочет играть, и ты там на расхват, там все там, медик, беги ко мне. А снайпер просто интересный, необычный, такой охотничек. Ну, тоже, видите, прокачка, потому что там что-то говорится про ранг 15 и прочее. Блин, как непривычно. Я, конечно, не жесткий айтишник, но это 100 пудов 60 FPS. Блин, как резко двигается. Так, пипец, как непривычно после Destiny. Нафиг. Главное не привыкнуть слишком к 60 FPS, потому что графика, конечно, ну на уровне 2005 года это. Так скажем. Ну, может, конечно, преувеличу, но, наверное, 2008-2010. Так, мы под куполом каким-то. Vehicle terminals are where you can create your own vehicles for your use. Ага, о, тут еще и техника есть, офигеть. А, что вы от меня хотите? Конечно. Ну вот мотоцикл. Я нажал высадка. Напоминает, очень напоминает Хала. Блин. Простите, я тут как вообще как
Так, ну это походу разогрев, я только думаю, потому что меня еще не закинули никуда. Ага, то есть я могу... Ага, вот в чем проблема, я могу пересаживаться. Как мне слезть с этого драндулета? Пипец. Как мне с него нахрен слезть? Блин, ну звучит офигенно, в наушниках вообще круто. Только я ни хрена не понимаю, чего вы от меня хотите. Туториал, конечно, говно в игре, это сразу же можно сказать. Что я ни хрена не понимаю. Как водить мотоцикл, я уже понял, то есть ничего здесь такого нет это. А, во, просто D зажимаете. О, это. Офигеть, блин. В наушниках вообще круто звучит. Так я вообще, я только не понимаю, это туториал? Походу там со мной еще в кузове сидит толпа. Блин, ну звук, конечно, офигеннейший. Ага, точечки, понятно. Только единственное, вот непонятно, мы уже играем с людьми или нет. Но это точно Пипимакс. Это точно игрок, то есть мы уже в онлайне, это однозначно. Только интересно, враги тоже онлайновские или еще будет все-таки искусственный интеллект? Да, по-моему, это не искусственный интеллект, потому что искусственный интеллект бы так нахрен не разбился. Так. Вот нажимаем respawn. Light Assault is a close to medium range skirmisher that has a jetpack for extreme mobility and can quickly flank enemy positions. А тут, в общем, такая фишка. Это, как я понял, это здоровая планета, и у нас вот такие, у каждого есть базы, и нам надо захватывать точки. Ну, я ожидал, конечно, немного поэпичнее, потому что я на какой-то велосипед сел и нахрен разбил сразу. Но вон какая-то точка Б горит. Давайте захватим точку Б, не знаю. Так. Ну, пока интерес у меня не пропал. То есть выглядит все это дело бодро и в 60 FPS, в принципе, прикольно. Только хотелось бы... О, пистолет. Блин, бластер какой-то. Непривычно, что хэви нет. Так, 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 так. А, ну эта точка, видите, она захвачена. То есть пишет, что захвачена. Ладно, идем захватывать ту, которая еще не захвачена. Я хочу... Ну, конечно, туториала вообще никакого нет. Или я лопухнулся, то есть... Ни хрена не рассказывает, просто говорят, чувак, блин, иранца нет, непривычно тоже. Просто говорят, мол, о, да, детка, неужели я сейчас полечу? Так. Ага, мне нужен 10-й, блин, ну так вы мне дайте заработать этот 10-й, как... Интересно, я спрыгну, я сдохну, я не хочу подыхать. А, это лифт, а вниз. А, вниз вот этот. Блин, прикольно, прикольно. Вот эта мне фишка понравилась. Что такие лифтики. Так, ну ладно, пошли в бой. Я пехотинец, и пехотинец пойдет. Так. Этот чувак, походу, тоже учит. Это же враг, охренеть. Ну иди сюда, гондурас. Охота на оленя. А, нет, это все-таки френдли. Блин, мне транспорт. Так, та тележка была нормальная, только чувак перевернулся, нафиг мы все сдохли. Ну, блин, карты реально здоровые. Если это все просто здоровая одна большая планета, используя ту же схему, что они используют в No Man's Sky, ребята, ну это, знаете, может будет и графику простить, тем более 60 FPS. Ну, интересно тоже, когда класс буду выбирать? Почему мне не дали класс выбрать? Или я просто лопухнулся, или просто на каком-то уровне может будет менять, потому что... Хотя, в принципе, я что-то вообще наглею, еще первый уровень. Так. Блин, еще километр бежать. Ребята, если я захочу побегать, я пойду в это... в джим.
Да, это тоже наши. Наши же вообще все оккупировали. Так, там второй купол. Я думаю, это вражеский купол. Блин, вот мне только еще интересно, как врага-то отличать от своего. И знаете, каждый раз вот так бегать тоже желания особого нет. Могли бы как-то телепортировать сразу же в точку. Знаете, как Battlefield можно выбирать место высадки. Пока очень напоминает Battlefield, только Battlefield 2, судя по графике. Блин, там уже... Уже чувствуется замес. Я не знаю, слышите ли вы, но... Поперла боевая техника. Ай, блин, это... Ну что за херня? Я думал, что-то вообще не отвечали, ничего. Да, завалили меня. А во, по-моему, можем... Или нет? Блин, ну конечно... А, во, можно выбирать прям в замес. Ну давайте в замес. Че, не мужик, что ли? Вот, уже мне нравится больше, потому что меня это очень огорчало, что... Ну, конечно, по качеству PvP, то есть по качеству именно, по сочности, пока Destiny, ой, там, в разы выигрывает, но... Тот факт, что здесь огромная территория... Блин, замес, ну нафиг сюда телепортнулся? Так. Блин, двигается пипец как медленно, когда целишься. Кто враг, кто не враг? На, это наши. Давайте, ребята, вместе, вместе, вместе. Пошли, 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 пошли. Я не знаю, кого стрелять, они все одинаково выглядят. Так, гранаты, так. Где враг-то? А чё у меня гранат нет? Ну это тоже наш. Ну показывают каким-то красным, ну блин. Одинаково выглядит. А, то есть если будешь по своим слишком много стрелять, тебе отключат оружие. Блин, ну тут... Я вообще не понимаю, кто враг, кто не враг. Там точно враг. То есть даже никами не показывает, просто... То есть если у вас хреновое зрение... Как гранаты кидать? Я тоже хочу гранаты, что за говно? О, да, хедшот поставил. Вот это вам школа Destiny, блин. Мне начинает больше и больше нравиться. Ну, конечно, запутано, ну нахрен. Блин. Так, 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 откуда идет стрел? Какой-то вонючий пистолет, дайте мне нормальное оружие. Какое-то говно дали. Это наши, надеюсь. Блин, вот отличать врагов я еще не научился. Ну сколько тут вообще? И каждый раз, кого я вижу, это все время новые игроки. То есть их дохренище. Давай, 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 давайте вместе, ребята, вместе, вместе, вместе. Штурмуем. Я не знаю, что штурмовать, если таким нубасом чувствую. Но управление, в принципе, очень удобное, очень чувствительное. Вообще проблем нет. Кто-то по мне шмаляет, падла. Так, что-то моргает. Медик, где, блядь, медик? Простите, сматерился. На эмоциях. Падла, скрылся. Давай, 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 там кто-то... Поддержку, поддержку, поддержку. Давайте, давайте, ребят. Блин, реакция у меня пипец, как у старого пердуна. Блин, ну тут замес. А у него джетпак. Какого хрена у меня джетпака нет? Блин, сдох. Ага, ну вот...
слишком много табличек, и вообще ничего не понимаешь, а тут вникнуть в эту... Так, в эту точку я уже не пойду, да... Уж тут вражеская, прямо около вражеская, идиот телепортнулся. Ну... Так... Ладно, сюда пойдем, здесь вроде нормально, и наших много. One of your most important terminals is the equipment terminal. This terminal can be used to resupply ammunition, change your class, or to change what weapons you are using. А, во, классы могу менять, ребята. Инженер закрыт. Heavy есть. Это какой-то мутант жесткий. Макс. Вот это я хочу, вот это со снайперкой. Со снайперкой мне тут кажется весело. Light assault. А, пойду за медика, чё я. То есть разные виды оружия. Блин, сколько всякого хлама. Прицельчики можем менять. Ну, как я тут понял, то надо монеты выигрывать и так далее. Ладно, ребята, я за медика. Как лечить, я не знаю, простите, пожалуйста. Так, давай, я хочу тебя лечить. Ой, прости. Whenever you damage a friendly soldier or vehicle, you will accumulate grief points. If you get too many grief points, we will disable your weapons. Почему я как-то плавно иду, я не бегу уже, просто скольжу как на коньках, как плющенка. Блин, у меня вообще убивает. А, ну у меня походу... Не, валят меня вообще пипец просто. Все таким нублом чувствую жестким. Так, так, ребята, ладно, все, хватит сопли жевать, пошли в бой. Я уже настроен серьезно. Убивается тут очень быстро, как на хардкоре. Кто играл там, например, в Call of Duty хардкорно, в хардкорный режим, тут наверняка знает. О, убил кого-то. Ну, видите, я не понимаю, кто враг, кто нет, потому что у некоторых своих даже вот красным горит. Эй, чувак, я тоже хочу пулемет. Так, надо бежать в упор, а то они опять сядут за ящики, как падлы последние. Так, давай, 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 шевели помидорами, Тимка! Блин, а нет. Так, убили, отлично. Ну я тут один, где вся моя команда? Я хочу с командой держаться. Одному, как я тут понял, тут вообще не вариант. Убивают, ну, очень быстро. С дробаша, походу, положили. А, так. Ну, если вам, в принципе, ребята... Чё, все, матч закончился, что ли? Не, пошли в бой, солдаты. Так, в общем, ребята, если вам понравится, я могу попытаться учиться дальше тут, как в этой... Гуано играть. Игра хорошая, в принципе, видно, что сделана с качеством, потому что столько всего... Только всяких табличек так просто создавать не будут. Блин, тут бы снайперку, ребята, тут бы снайперку. Я не понимаю, кто наш, кто не наш. Я, блин, тут своих морчу больше, чем врагов. О, да, пистолетик в упор вообще круто. Опа, поднял второй левел. Так что, если вам понравится, в принципе, могу играть и выкладывать свои успехи, как то, чему научился и так далее. Потому что пока я вообще не понимаю, что происходит. Я понимаю, что точки мы захватываем. Так. Блин, там под обстрелом жестким. Ныкаться, походу, снайпер. Блин, тут пушаки валят. Так, нет, туда не пойдем. Как я понял, тут надо заходить и командно держаться, то есть особенно с людьми. Вы понимаете, что вы можете зайти в группу, то есть тут человек 10 с друзьями, то есть не как там 6. Можете все...
Блин, убивают очень быстро. Тут можно, то есть, всем кланам тупо зайти. Ну, стандартно сейчас за одну игру одного убивают. То есть, обмен один на один, в принципе, не так хреново, как могло бы быть. Там техника, блин. Кто-то докачался до 10 уровня и может... Так, и другие классы мне не открылись. Или другие вещи, я не знаю. Так, ну столько всего, столько всяких данных, реально задротская игра. Ну давайте пойдем за медика. Пульсар возьмем. Подожди, а что? Все, деплой, поехали. Combat medics are general purpose infantry and heal and revive teammates. Fight harder. Как лечить, ребята? Я хочу лечить людей. Я, блин, биолог. Я тут должен вообще всех лечить направо-налево. Блин, ну звук, конечно, все вот это все крутое, боевое, это офигенно звучит. Просто круто. Нас вот тут постоянно пасут. Ну блин, я просто появляюсь, меня убивают сразу же. Вот это меня бесит. Я хочу поиграть, а не умирать. Что за говно собачье? Так, ага, тут у меня еще появилось хэви оружие. Подожди, а что надо делать? А, вот оно лечит. Все, понятно. Блин, я себя таким дураком считаю тут. Чувствую себя реально данным каким-то. Не понял, что я сделал. Блин, сюда бы снайперку так. Обычпокал тут всех. А я умру, если упаду? Да. Блин, конечно. Игра, по-моему, бесконечна. Ну, в общем, товарищи, вот такая вот игра. Я не знаю, понравится вам или нет. Я по ощущениям как могу сказать? Потому что, как тут знают, тут матч бесконечный. То есть, по-моему, планета вот эта вот... И здесь вот играют бесконечно. 2000 людей рубятся и рубятся, захватывают точки и так далее. То есть... Вот такие вот пироги. Что думаю об игре? Ну, давайте по порядку. Качество игры. Destiny, конечно, лучше, туда вложили больше денег. Ну и, как видите, обходится нам дорого. Графика тоже слабовата, но геймплей очень бодрый. То есть, напоминает мне чем-то немножечко Quake. Напоминает мне смесь Quake и Call of Duty, так скажем. Такое какое-то звено необычное. Конечно, тут надо много всего изучать, много всего пробовать, чтобы научиться и так далее. Потому что сейчас я не понимаю вообще половину. Но те детали, что тут техника есть, самолеты, разные классы, захват точек и разные эти. Вот, то есть, вау-вау. Очень классно, ребята. Мне очень нравится. То есть, в этом плане они, конечно, сделали круто. То есть, игра здоровская, но... Немного сыроватая, потому что я ничего не понимаю. Но для бесплатной игры, которая запустилась пару дней назад, очень классно. Я еще вот попробую немного поиграю. Вот такие вот пироги, товарищи. Спасибо за внимание, товарищи. Ура!